Обманутые дольщики справят новоселье уже в первом полугодии 2021-го. Губернатор Иван Белозерцев заявил о том, что к этому сроку достроят все проблемные дома, о которых было заявлено ранее. Совсем недавно их список пополнили еще два в Заречном и на Окружной в Пензе. Региональное правительство сейчас прорабатывает возможные варианты помощи людям. Для объекта в закрытом городе уже нашелся новый подрядчик, который его завершит. А вот с многоэтажкой в областном центре все намного сложнее. Есть проблемы с качеством дома. Мы проводили экспертизу, и экспертиза говорит, что проблема в том, чтобы этот дом восстановить. Но мы не остановились, боремся за людей, и самое главное, мы можем отказаться от этого дома, с точки зрения снести его, но перед этим надо людям компенсировать. Иван Белозерцев добавил, что эту проблему он обсуждал на встрече в правительстве России. Предварительные договоренности о том, что область получит федеральную поддержку для решения данного вопроса, уже есть.